14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Ця солодка хвороба не має вікових та статєвих обмежень. За даними довідника ендокрологічної служби України в Миколаївській області, більш ніж 1800 чоловік страждають на діабет першого типу. Останні технологічні розробки, як то інсулінова помпа, допомагають хворим повернутися до повноцінного життя. І особливо приємно, що останнім часом збільшилась кількість жінок, які на інсуліновій помпі змогли виносити і народити здорових малюків. Про це наш наступний відеосюжет. Методи лікування цукрового діабету за останні десятиліття значно змінилися. Найбільш ефективний і зручний – це введення інсуліну за допомогою спеціальних дозаторів – інсулінових помп. З 2010 року в нашій області було встановлено майже 60 помп інсулінозалежним хворим різного віку. Значит, это небольшой прибор в форме педжера, который цепляется на тело человека. Чем комфортно, чем хорошо эта инсулиновая помпа на теле, вообще в жизни человека, будем говорить так, она более физиологично вводит инсулин человеку. То есть она подходит, она вырабатывает, будем говорить так, вводит инсулин, как здоровая поджелудочная железа. В Україні цей засіб лікування лише починає впроваджуватися. Порівняно з європейськими країнами, де існують державні програми підтримки хворих на діабет, у нас вся фінансова складова цього питання покладається на плечі самих пацієнтів. Конгрес ЕСД європейський був у нас весною, і виступали кілька країн по введенню беременних на інсулінову помпу. І хвасталися, що повністю 100% до забезпечення, то наші, звісно, самі все покупають. Але просування потроху відбувається. За останні 5 років в області збільшилась кількість вагітних жінок з цукровим діабетом, які народили здорових малюків завдяки альтернативному методу введення інсуліну. Міні-комп'ютер доставляє необхідну кількість інсуліну в організм у потрібний час і в точно прорахованих дозах. Природа відвела жінці унікальну роль – продовження роду, тим самим переклавши на неї відповідальність за дитину. Будь-яке хронічне захворювання у матері в період вагітності позначається на здоров'ї малюка. І цукровий діабет – не виключення. Я веду екстрагенітальну патологію беременності вже 7 років. Як-то я не знаю, чому так сложилось. До того, як я їх забрала, рожали ми одна, дві, три. А потом у меня вышла статья «Сладкий бэби-бум», когда мы родили 15 человек, 15 детей. Вот. И так пошла тенденция 10-15, это с первым типом. Мы вынашиваем хороших деток, будем говорить. Вот. И последнее время, то есть чем мы начали пользоваться на фоне беременности, это помпами. А мама приходит уже после родов? Конечно. С вами общается? Да. Мы с мамами очень дружим, в хороших отношениях с многими. Десятилетиями, будемо говорити так. В следующем году мої дітки, перші дітки йдуть в перший клас. Юлія Вітошинська – мама молода, а ось стаж діабету – 15 років. Коли потрапила 6-річною дівчинкою до реанімації, лікарі діагностували цукровий діабет. Інсулінову помпу 5 років тому поставили в обласній дитячій лікарні ендокринолог Людмила Іваненко. Юлія знала, що виносити і народити дитину їй буде надзвичайно важко. Наважилась і у 22 роки стала мамою здорової дівчинки Софійки. Життя з цукровим діабетом – це постійний контроль за своїм організмом. Від 4 до 8 разів на добу вимірювання глюкози в крові. Інсулінова помпа з Юлією завжди. Это что-то наподобие штучной поджелудочной железы. Она, врач, выставляет вам базальный инсулин. Ну, базальный, уже слово понятно, что это база, который, например, с 2 часов до 4 часов вводит определенную дозу. Опять же, эти все дозы рассчитывает врач. Их тяжело очень подобрать. Они меняются очень часто, потому что они меняются и от погоды, и от настроения, и от заболевания, и от веса, и от всего-всего меняются эти дозы. Они выставляют эти дозы. Дозы постоянно вводят инсулин, там, например, каждые 5-7 минут эта доза входит. Ну а под еду я уже рассчитываю как бы углеводы, сколько я съедаю, и колю уже болюсный инсулин, то есть именно который идет под еду, либо под высокий сахар.
Кілька кнопок на панелі. В керівництві помпа не складніша, аніж сучасні мобільні телефони, зізнається дівчина. На тілі стоїть катетер. От тут трубочка, от резервуар. Здесь заливається інсулін, сюди вводиться цей резервуар. Вот он достається, міняється. Эта помпа оснащена, конечно, сенсором глюкозным, который крепится, опять же, он пробивается в кожу, крепится, и он показывает, мониторит уровень глюкозы круглосуточно. Потому что, ну, конечно, нельзя довести ни до гипы, когда гипогликемия, это падает сахар, и гипергликемия, это когда растет сахар. То есть сахар должен быть в норме, там, например, от 4,6 и не выше до 7, вот может 8 потом. Діагноз «цукровий діабет» не є перепоною у досягненні природного бажання жінки – стати матір'ю, народити здорову дитину. І останні дослідження, в тому числі і практика миколаївських медиків, стали тому підтвердженням. Отож, продовжуємо наш ефір. І до нас завітала гостя Наталія Ткаченко, обласний позаштатний ендокринолог, з якою ми будемо говорити про цю хворобу, яка має назву цукровий діабет, тому що цій хворобі сьогодні присвячена тема, скажімо так, нашого ефіру. Доброго ранку, Наталія. Дякую, що завітали до нас. І розпочинаємо, напевно, з самого простішого питання. Що таке цукровий діабет? Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое, раз проявившись у человека, к сожалению, сохраняется навсегда. Сопровождается оно повышением сахара в крови, что очень легко определить при помощи очень простых тестов. Это и лаборатория определяет сахар крови, все лаборатории, какие есть у нас в области, даже сельские амбулатории есть возможность определить сахар крови. Ну и портативные глюкометры, но это не методы диагностики, это метод самоконтроля. Так, то есть так званые глюкометры, ними можно вымеривать цукор дома, рівень цукру, так? Да, это пациент, который уже болен диабетом, контролирует себя. Сахарный диабет делится условно на два типа, первый и второй тип. Яка між ними різниця? Ну вот, в принципе, видов диабета гораздо больше. Но так как мы сводим это к двум основным, то и говорим о двух основных. Первый тип – это так называемый инсулинозависимый диабет, когда клеточки, вырабатывающие инсулин, бета-клетки поджелудочной железы, утратили свою функцию и приходится сразу назначать пациенту заместительную терапию инсулином. То есть это воспасение жизни. И есть второй тип диабета. Это диабет чаще возникает с возрастом, у пациентов, которые уже прошли определенный жизненный путь, накопили какие-то жизненные отложения. И связано это сначала с плохой чувствительностью организма к инсулину. Это тоже такая особенность организма может быть. Ну и постепенно развивается потеря выработки инсулина. Угу. То есть вот это путь, который протекает второй тип диабета. Угу. Раньше мы говорили, что первый тип – это пациенты молодые, а второй тип – это пациенты возрастные. На сегодняшний день абсолютно не так. Первый тип диабета может проявляться и в более старшем возрасте после 40 лет, и второй тип диабета у нас сегодня есть и у детей, которые страдают ожирением, избыточным весом, и у них уже цифры сахара крови выше, чем они должны быть в норме. Вот мы приблизились до детей, и до детей, как заподозрить у дитини цукровий діабет? Тому що доросла може щось там виявити людина в собі, а дитина ж не завжди скаже, що її там щось хвилює. І взагалі, які вони симптоми і в дорослого цукрового діабета? Наприклад, я стала їсти більше солодку. Чи є це симптом цукрового діабета, чи ні? Ну, чаще всего проявлениями диабета является жажда, учащенное мочеиспускание. То есть это самые яркие симптомы. Но все чаще мы видим, что у пациентов нет вот этой яркой клиники, или человек не обращает на это внимания. Ну, подумай, жарко, я стал много пить. Иногда это какие-то хронические воспалительные заболевания, которые плохо поддаются лечению. Допустим, пародонтозы, какие-то воспалительные заболевания женской, мужской, половой сферы. И ну, никак нет результата от лечения. Или если у человека наследственность есть в семье больной сахарным диабетом, то вот эти люди требуют определения сахара крови. Ну а у деток, конечно, не всегда ребенок может понять, что происходит. Но если взрослый видит, что ребенок пьет очень много водички, что часто встает ночью в туалет мочиться большими порциями, что ребенок теряет вес,
или наоборот, ребенок полный, только вес нарастает, то тогда можно предположить, что у него не все в порядке с жировым и углеводным обменом, и тогда тоже требуется проверить сахар крови. Зрозуміло. Скажите, отже, цукровый диабет передается в спадок чи ні? И чи може мама, например, хвора на цукровый диабет, народити здорову дитину? Диабет передается. Предрасположенность, не сам диабет, это не инфекционное заболевание. Это генетически детерминированное заболевание, то есть в семье бабушка, мама, дети страдают диабетом. Есть такое. Но это не стопроцентная передача по генетической линии. Есть, когда и болеют и родители диабетом, и первый тип диабета у детей. Есть, когда вторым типом болеют взрослые, а у ребенка маленького первый тип диабета. Но есть семьи, где не передается. То есть это единственный человек, и только он болен диабетом, даже это может быть второй тип. Потому что у всех у нас разные привычки питания, у нас разные поджелудочная железа, у кого-то она лучше работает, кто-то от нее относится бережнее. Угу. И за это она ему долго вырабатывает качественный инсулин. Скажіть, отже, цукровий діабет прогресує від пігулок до інсуліну. Як довго? Чи можна на одних таблетках, пігулках протриматись чи ні? Чи прийде такий момент, що треба от... Это очень индивидуально. Индивидуально. Опять же, мы все по-разному живем, по-разному питаемся. У нас разные заболевания поджелудочной железы и печени. Мы проходим разные ситуации в нашей жизни. Стрессовые ситуации могут привести к резкой потере функции бета-клеток. Какие-то воспаления могут привести тоже к резкой потере. И тогда, к сожалению, диабет начинает быстро прогрессировать. А у кого-то это может быть и несколько лет, а у кого-то может протекать десятилетиями. Человек продолжает принимать сахароснижающие препараты и никогда не переходит на инсулин. У нас 32 тысячи больных с сахарным диабетом, из них только 5500 на инсулинотерапии. То есть далеко не у каждого пациента итогом будет инсулинотерапия. Но к инсулинотерапии надо относиться как к вынужденной мере. Это не зависимость, ни в коем мере, как часто наши пациенты говорят. Нет, это спасение жизни. На это надо так смотреть, потому что если бы не инсулин, человек погиб бы от истощения. Потому что такое глюкоза? Это энергия для каждой клеточки. Да, глюкоза не поступает в клеточку, она циркулирует в сосудах, и в итоге идет истощение организма, и человек может погибнуть. Так, і ще один таким фактором важливим – ожиріння. Да? От якщо ожиріння, то це, ну, напевно, що великий ризик. Скажіть, а є які є продукти, які слід вживати, щоб не спровокувати це захворювання? От є взагалі якась профілактика цукрового діабету? Рациональное питание – это распределение пищи равномерными порциями в течение дня. Не должно быть одноразового питания вечером, большой порции. Как мы перегрузить, да? Да, поджелудочную железу и потом лечь под телевизор, компьютер, ну и спать. И это ведет к тому, что глюкоза не работает так на энергию, она не дает энергию организму, потому что энергия, ну, нужна, когда человек двигается, если он спит, какая энергия? И все откладывается в жировые отложения, то есть человек полнеет. Чем больше становится, толще становится человек, тем хуже у него чувствительность к его собственному инсулину. То есть инсулин перестает попадать в клеточку. И организму надо все больше и больше поджелудочная, чтобы выработала инсулина, чтобы справиться с этой ситуацией. И получается, человек ходит по замкнутому кругу. Аппетит растет, вес растет, сахар растет, но выход только один. Это рациональное питание, как можно больше натуральных продуктов, овощей, фруктов питания, именно фруктов, а не соков. И огромное количество овощей. Мы кушаем очень мало овощей, особенно в зимнее время. Это очень неправильно, потому что клетчатка дает нам правильную работу нашему кишечнику, нашей печени, нашей поджелудочной железе. Рациональное распределение, как я говорила, в течение дня. Избегать легко усваиваемых углеводов. Это сахар, это все мучное, то есть все, что из белой муки. Вот, и контролировать свой вес. Ну и, конечно, немаловажно физические нагрузки. Даже 30 минут, 3 раза в неделю, просто ходьба в быстром темпе. А еще лучше, конечно, спортзал или какие-то тренировки, фитнес любой, танцы, все что угодно. И уже благодаря тому, что в мышцах будет усваиваться глюкоза, мышцы, когда работают, они забирают глюкозу и используют ее на физические нагрузки. Тогда сахар снижается, и мы, это, собственно говоря, и профилактика сахарного диабета. Наталья, дивіться, але ж цукор потрібен для мозку, да? Це така собі енергія. Чи можна його взагалі виключити? Чи можна медом, наприклад, замінити? От як бути в такому випадку?
Ну, сахар можно исключить из вашего рациона. Можно заменить естественными продуктами натуральный мед. Есть натуральный сахарозаменитель стевия. Потому что, собственно говоря, сахар – это глюкоза, сахар, который мы получаем, она не создана природой, а создана человеком. Мы получаем достаточное количество углеводов из овощей и фруктов. И этого количества вполне хватает для работы мозга. И мозг у нас работает по принципу первенства. То есть все остальные органы будут выключены, но мозг будет получать свою глюкозу. В течение дня у нас печень запасает глюкозу, а потом ее используют в ночное время для правильной работы мозга. И вот то, что мы получаем с пищи, даже без сахара, этого вполне достаточно для правильной работы организма. Я зрозуміла. Щодо глюкометрів, так, в який час доби краще вимірювати вдома? Чи це немає різниці? І яка має бути норма цукру в організмі людини? В течение суток. В зависимости от того, какой тип диабета. Если у нас по протоколам для второго типа диабета, это измерение 3-4 раза в неделю, это для тех, кто на таблетках без инсулинотерапии, то для тех, кто на инсулинотерапии, минимальное измерение 4 раза в день, а то и больше. Вот те, кто на помповой инсулинотерапии, там требуется иногда и до 8 раз в сутки им требуется контроль сахара крови. Диабет бывает разный. Есть диабет молодых, который протекает очень лобильно, как мы говорим медицинским термином, то есть очень большие перепады сахара крови. И тогда пациенту приходится почти каждые 2-4 часа определять свой сахар крови, чтобы ввести дополнительную дозу инсулина или подкорректировать очередную дозу. Но глюкометр – это метод самоконтроля. Это не способ постановки диагноза. То есть даже если вы глюкометром определили и нашли, что сахар повышенный, то дальше следующий шаг должен быть пойти к врачу, пойти в лабораторию сертифицированную и сдать сахар крови. А яка норма цукру? Рівень цукру в організмі? Норма сахар крови натощак 5,5 мм. Сахар крови 2 часа после еды, 2 часа, 7,8 мм. При сахаре крови от 5,5 до 7 мм мы выставляем диагноз преддиабет, но уточняем проведением теста толерантности к глюкозе. Это специальный нагрузочный тест, который выявляет скрытое течение диабета или преддиабет. А если сахар крови натощак выше, чем 7 мм, или сахар в течение дня поднимается еще выше, то мы имеем право поставить уже диагноз сахарный диабет и перепроверить его другим тестом. Наталя, наша коллега Ольга Руда подготовила опитування наших мешканців, полюбляючи вони цукор і як часто вони його вживають. Прошу переглянути зараз. Как ты считаешь, сколько человек может скушать сахара в день? Ну, килограмм. Скажи, пожалуйста, а сколько ты кушаешь сахара? Полкило. Сколько ложек кладешь сахара в чай? Две. Сколько ты пьешь чаю в день? Ну, чашечки 4-5. Скажи, пожалуйста, вот ты килограммами кушаешь сахар, у тебя зубы не болят? Все зубы? Покажи. Спасибо. Сколько люди кушают в день сахара? Без понятия. А вы сколько кушаете? Ну, я могу раз в два день. Ну, сколько примерно? Ну, две ложечки там утром и две. Да. А как вы думаете, сахар полезный? Ну, не знаю. Как Людмила Гурченко говорила, сахар – это сладкий яд, соль – это белый яд. Ну, да. Лично мы ничего не кушаем. А вот ваш ребенок вот сколько кушает? Не, он пил чай без сахара. Я с сахаром пью. А сколько ты кладешь ложек сахара? Две. Как ты считаешь, сахар – это полезный продукт? Ну, почти. Как вы считаете, сахар полезный продукт или нет? Не знаю, я считаю, что каждый человек для себя делает выводы. Сколько вы кушаете? Когда как, с чаем. Там две ложечки. Две ложечки. Три? Две. Да. Скажите, пожалуйста, а вы согласны с таким выражением, что сахар – это белый яд? Нет. Если мало количества, он не яд. А так? А зубы не болят от сахара? Нет. Класс. Крутый чувак, да?
Скажи, пожалуйста, ты любишь сахар? А сколько ты обычно его съедаешь в день? Ну, сколько? Ну, много или мало? Мало. Мало, скажи, мало. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда много кушаешь сахара, зубы не болят? А ты не видишь на камеру? Ну, улыбнись, покажи, сколько зубов. Здравствуйте. Здравствуйте. Это великий режиссер телеканала Николаев. Это правда. Скажите, пожалуйста, вы любите сахар? Сахар я с детства люблю, но сейчас не употребляю, потому что есть мед. Да. А чай вы с сахаром пьете? Нет, это мед все время. У меня креманка меда стоит прямо на, у себя на журнальном столике, там, где компьютер, да? И чай. Я так вот чуть-чуть раз меда, и все. А без сахара я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Как дорого он стал или становится, да? Да. Это горько, я понимаю, что это горько. Но через раз можно поменьше, здоровья будет больше. Ось і побачили, які опитування, як дітки реагують на цукор, дорослі і все ж таки вживають. В перерві ми поговорили з Наталією, і вона хоче ще сказати декілька слів про пиво, як не дивно. Да, у нас останнє время пиво – це національний напиток. Їм утоляють літом жажду, хоча жажду потрібно утоляти водою, і тільки вода є ефективною. К сожалению, пиво – це дуже углеводистий продукт, це жидкий хліб. Пиво очень способствует росту объема, особенно живота. А рост подкожной клетчатки, жировой клетчатки в животе способствует тому, что печень работает очень плохо, поджелудочная тяжело, и это тоже способствует развитию сахарного диабета. Ни в коем мере я не говорю, что это запрет на употребление, но разумное употребление должно быть. Все должно быть в меру и с умом. Так, дійсно, золоті слова, що все потрібно, щоб було в міру. Дякую. У нас в гостях була Наталія Ткаченко, обласний позаштатний ендокринолог. Дуже так змістовна була розмова. Дякую вам.